В пятницу, 19 ноября, мобильный прививочный кабинет будет работать в помещении спорткомплекса АК. Время вакцинации с 13 до 16 часов. Кроме того, в помещении управляющей компании территория на Дзержинского 10 с 15:30 до 18 часов. Поставить вакцину от коронавируса медики приглашают всех жителей близлежащих домов, особенно пожилых людей. А теперь непосредственно коронавирусной статистике. В Муроме COVID-19 за 24 часа диагностировали у 39 человек. Самые высокие по области суточный показатель прибавки заболеваемости – плюс 71 зараженный во Владимире. Общая прибавка – плюс 324 заболевших. За прошедшие сутки в регионе скончалось 5 пациентов с COVID-19, выздоровело 79 жителей.